Головні сили ще не вступили в бій. Усе ще попереду. Про це заявив командувач сухопутних сил Збройних сил України генерал Сирський. Раніше ми собі такого не дозволяли. Усі хочуть домогтися великої перемоги миттєвої одразу. Ми теж хочемо цього. Але ми маємо бути готовими до того, що цей процес займе певний час. Тому що з обох боків зосереджено надзвичайно багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод. І ворога ми не повинні недооцінювати. Ворог передбачав і продовжує передбачати найнебезпечніші напрямки наших пересувань. І тому вибудовує там потужну оборону, яку нам доведеться проривати. Підкреслив командувач сухопутними військами генерал Олександр Сирський. Міністерство оборони Російської Федерації год назад, більше года назад, виконало задачу, яку не способна була виконати російська армія. На 2500 кілометрів фронту всього лише 180 тисяч російських військовослужащих совершили наступальні дії. Это невозможно было провести такого уровня масштабную операцию. Для того, чтобы на 2500 фронта выполнять наступательные действия, должно было быть 2 миллиона 400 тысяч солдат. То есть ну, в 10-15 раз больше войск. Это согласно всех норм выполнения боевых задач. То есть, ну а это ж не Шойгу виноват в этом, самое интересное. То есть Пригожин вешает всех кошек на Шойгу, а не Шойгу виноват. И не Министерство обороны, и не российская армия виновата вообще-то в этом. А это поставил задачу политик, человек, который далек от, очень далек от армии. Он не знает этих формул при выполнении боевых действий. Он просто не понимал, Путин не понимал, какой приказ дают. Это невыполнимая задача, которая была поставлена. Задача была поставлена Министерству обороны выполнить невыполнимую задачу. Вот, вот где проблема. А, естественно, Министерство обороны, ну а что ему делать? Они получили приказ, они начали его выполнять. Понятно, что заход, они произвели заход, только сделать ничего не смогли. После этого народ поднялся, армия наша развернулась, были выполнены определенные мероприятия по разворачиванию вооруженных сил Украины. Естественно, россияне ну, были уничтожены довольно-таки в очень больших масштабах. Действительно, тысячи человек, а тем более элитных войск российских, которые были вот в первый день сожжены, просто сожжены, так как выполняли не свойственную им задачу. Это примерно то же самое, как микроскопом гвозди забивать. То есть вот что произошло. Но не Шойгу и не Герасимов в этом виноваты. Виноват конкретно Путин, конкретно политик, который далек от армии, поставил армии вот эту такую задачу. Армия сгорела. Российская армия сгорела, а сейчас она находится, я больше скажу, она сейчас находится в еще худшем состоянии, потому что они заползли в, ну, в такую кишку фронта, заползли в нее, то есть если считать, допустим, от Валуек до Керчи, это около 2000, до 2000 километров фронта, можно сказать, узкого, 100 километров шириной. Вот они заползли в этот аппендикс, и сейчас вопрос только, как его порезать, с какой скоростью и с какими потерями. То есть сейчас еще худшая ситуация, чем у них была год назад. Это об этом Пригожин так мягко намекает, просто он не может показать конкретно на человека, кто в этом виноват. Путин приказал пробить сухопутный коридор в Крым. Путин приказал взять Крым, потом Путин приказал пробить сухопутный коридор. Пробить-то можно, вопросов нет. Удержать его невозможно. Его удержать военными механизмами просто невозможно, потому что Приазовские степи – это просто дело времени, когда украинская армия примет решение разрезать этот сухопутный коридор и по частям нарезать российскую армию, как колбасу. Ну или отсечь как аппендикс и выбросить его. То есть да, вот именно так, в таком режиме. Пригожин прекрасно это понимает, а армия это все прекрасно понимает. Самый последний лейтенант, упитый, укуренный наглухо в российской армии, прекрасно понимает, что они сами себя подвесили за продукты по 17 гривен, которые у нас.
были закуплены министром обороны нашим. То есть вот у них какая проблема. Пригожин об этом, естественно, говорит, он об этом. Но он просто боится конкретно показать пальцем на реального виновника, кто такую задачу поставил. А этот, естественно, у Путина сейчас, он может быть, до него уже начинает это доходить, догорать, я не знаю, там же фитиль, в принципе, короткий, там 1,5 метра роста, в принципе, должен уже догореть за эти 1,5 года о том, что невыполнимая задача. Он сейчас, как уж на сковородке, пытается выкрутиться из этой ситуации для того, чтобы там остаться, этот сухопутный коридор сохранить себя в Крыму. Он пытается выкрутиться, придумывают разные механизмы для того, чтобы заморозить этот конфликт, заморозить наши боевые действия разными методами, включая дипломатические, финансовые, экономические договорники, что угодно включает, консервы врубает, все и вся позвоночников, передастов, которые там передают всякие месседжи, то есть все и вся, включая и минирование даже той же Запорожской атомной станции, как в режиме террористической такой угрозы, передачу ядерного оружия, опять разговоры о передаче ядерного оружия тому же Минску, Лукашенко, то есть все, что угодно для того, чтобы невыполнимая с военной точки зрения задачу, как-то ее оставить или растянуть по времени ее решение. Вот где проблема. Пригожин это прекрасно понимает, только он стрелочник, он стрелки переводит. То есть он переводит стрелки с Путина, переводит стрелки на военных. Ну а военные обтекают, как всегда, не сказать, это же бессловесные животные, по большому счету. Они же сказать ничего не могут в ответ, потому стоят, обтекают от этой лжи и от этого мусора, который им на голову выливается российским военным. Ну а деваться больше некуда. Потому вот стрелочник Пригожин отвел удар от Путина. Ну это их внутренние разборки, в принципе, это парадигма, которую они выводят. Это как царь хороший, бояре плохие. Вот примерно в таком режиме работает и Пригожин. На бояр хочет все повесить. А царь, конечно, чтобы остался чистым, белым и пушистым. Ну, одна из веток, то есть удар по Чангару, это одна из веток поставки той продукции военной, которая идет через Керченский мост. Вот с российской Тамани через Керченский мост идет 30% военной амуниции российской армии. А дальше она идет на Джанкой, в Джанкое там расстраивается, часть уходит на Севастополь, мы с вами об этом говорили, часть идет на Чангар, через Чангар на Мелитополь, часть идет через Армянск, туда в сторону Херсона. И есть еще один поток, но он пока не используется в таком серьезном режиме, это Арабатская стрелка, там тоже можно как-то более-менее двигаться, но большой поток там организовать нельзя. Потому вот один из потоков мы сейчас перебили, это Чангар. Ну, по крайней мере, не уничтожили полностью, это называется взять под оперативный контроль. То есть у нас есть средства поражения, которые могут наносить удары в любой момент. Россияне об этом знают, что в любую секунду может прилететь вот, и выполнить вот такую задачу, как у них перед глазами это есть, в любую секунду. А это значит оперативный контроль, а это значит россияне просто туда не поедут. Потому что нет смысла, допустим, загонять колонну с БК или с топливом на мост, если в эту секунду туда может прилететь пара, а еще с десяток штурмшеду, и сжечь эту колонну вместе с мостом и со всем ее содержимым. То есть они просто перенаправят поток этой военных грузов через Армянск. На Армянск это через Перекоп. Ну, для нас это может быть небольшая победа, можно так сказать, так как задержим на несколько часов этот поток, не более того. Но это уничтожение общих линий поставок в сторону Мелитополя на Запорожский фронт. Потому что параллельно с этим были нанесены удары и беспилотниками по Джанкою, и по Акимовке, и по Мелитополю. То есть всю и по Токмаку. Вот вся ветка поставки от Джанкоя до Токмака в сторону Орехова, она была под огневым контролем. И вот это называется на военном сленге формирование поля боя. То есть это предварительное
проработка логистических цепочек для того, чтобы потом вдоль этой линии поставки проводить наступательные действия. Ну, а мы об этом уже второй год говорим по поводу выхода на Мелитополь и потом захода в Крым через Чангар. Но реально для того, чтобы полностью выключить 30% поставки через Крым, это надо вот так же бить, как по Чангарскому мосту, так же один в один бить по Крымскому мосту. И тогда вообще не зайдет ни один состав, ни одна фура в Крым, в Тамани, и у россиян как минимум на 30% уменьшится поставка. Они, понятно, они переведут эти поставки уже на сухопутный коридор, то есть будут перебрасывать через Ростов, Таганрог, но в Таганроге есть Таганрогский мост, так называемый, через там река идет и залив между Таганрогом и Мариуполем, и там мост. Вот так же само надо нанести удар по этому мосту, достать мы по нему можем, и с такой же эффективностью можно перерезать, по крайней мере, сухопутный коридор еще и на Мариуполь, то есть на Донбасс и на Запорожский фронт. Вот этот залив, это Миус, река Миус, Миусский залив, так называемый, там довольно-таки такой длинный мост, он примерно такой же, как и Чангарский. То есть так же само можно по нему попасть, и в принципе, я думаю, мы и эту линию поставки можем перерезать.